Всем привет! Всем привет, зритель, подписчик канала на YouTube. Сейчас я достану твою куртку, сейчас. Эту Илюшу кофту одели, надо обязательно ей одеть. Всем привет! Итак, у нас... Ух ты! Итак, у нас время... Сейчас 7 утра, мы уже выходим из дома. Сейчас я тебе дам, моя зайка, сейчас, не капризуличи. Девки все не выспались, все тянутся, подтянутся. Да, красавица моя? Это ж теплая куртка, куда ты ее собралась одевать? Так, сейчас мы уже отправляемся, сейчас я отвожу Илюшу к Маше и отправляюсь в Людиново. Так. А тут Маша пойдет? А? Я себя к Маше отведу сначала? Сейчас. Сейчас, конечно. А вечером? А вечером Маша тебя с садика заберет, и... а я за тобой туда уже приду, понял? Хорошо? Так, ну все, то у нас времени вообще в обрез, еще надо все-таки успеть доехать до автовокзала, купить билет. Кажется, Илюшку отвезем. И увидимся немножечко уже попозже, скорее всего, уже в Людиново. Приехали мы уже в Людиново. Нас встретил наш папка. Да, всем привет. Дочь. Под фонтану побежала, хотя она же ни разу не видела фонтан. Она ни разу, да. Работающий фонтан видела. Ой, купила я уже билет на обратную дорогу, сходила. Фонтан. Фонтан. Фонтан работает. Да, ой, не могу я. Нормально, ага. Хорошо. Полная маршрутка просто битком. Ну да, в там Брянск сосед, да? Брянск, Дядькове. Бежится, начал. Коника. В Брянске еще ничего, а стена убежит в портфеле, а потом уже в Дядькове. Ну что, пойдем по делам? Билет взяла, да? Да, билет взяла, что пойдем теперь. Увидимся еще. Да. Я сегодня раньше попал в Алло. А? Раньше в Алло попал. Да, ты у тебя пятница, видишь, как получилось. Ну что, мы сейчас идем в нашу квартиру. Сходили по делам с Сережей, уже мы с ЖКО надо было сходить. В режим комхоз, который называется, полностью там находится. Также сходили к нашим родственникам. Тетя Валя, которые мы раньше ходили на день рождения, мы там снимали на наши влоги. А я Надя угал. Да, ты с Гагуа выигралась там? Да. Собачка там маленькая, да? Да, пойдем. А да, маленькая там собачка небольшая. Сейчас идем по площади, идем в квартиру. Сережа там уже там. Ему позвонили, надо было срочно пораньше уйти туда. А мы сейчас только идем еще. А? А где ворота? На улицу? Да. Пойдем. Мама тоже тут произошло ЧП, порвала шлепок там по частному сектору шла и прямо. Да, еле-еле иду, называется. Сейчас надо срочно быстренько снести в ателье. В квартиру придем и бегом, это, чтобы Сережа снес в ателье, зашили. Хотя бы дай на улице уже не гулять, хотя бы у дома там. Пойдем скорее. У тебя, слава богу, все нормально. Пошли, пошли, у тебя нету ничего. Наша площадь. Что, что, доча? Пойдем скорее, там у тебя ничего нет, там у тебя все хорошо, лапочка моя, пойдем. Дочь, пойдем. Вероника сейчас будет свои ботинки разглядывать долго-долго. Пойдем, зайка, скорее, пойдем. Пойдем, у нас папа ждет, сейчас туда бабушка подойдет. Пошли скорее, там бабушка придет, Вероника. Пойдем скорее. Солнышко скрылось, ветерок что-то поднялся, небольшой, прям так хорошо сразу стало. На солнце прямо жарко, когда солнышко скрывается. Здорово. Что? Пойдем. Что-то? Ну, здрасте. Ну, это дырочки специально сделаны, Вероника. Это не порванные у тебя. Это тебе не порванные. Теперь буду все эти дырки искать. Так, ладно, все, отправляемся в квартиру. Ну что, мы сейчас все вместе уже в магазине. Документы делали. Сережа на работу все купил, надо, да? Да. Покушать. Сделали документы, копии документов, все сейчас вообще кошмар. Как... Сняла немножко на площади, конечно. Вероника нас кач-кач захотела здесь покататься. Сейчас пойдем к бабушке на часок еще. Нет, не почему, почему на часок? Мы там уж у нее будем останемся. А ты не поедешь? Ты поедешь к папе? У матери останется? Ну, может, там до въезда там будем у матери.
А ты одна пойдешь? Я одна пойду. А, нет. Веронику там оставим. А, ну да. И пойдем. Ну все, потом туда по нашим делам. Да. Кач-кач. Вероника. Одна минута 20 рублей, да? Да? Там скорость 3 минуты 20 рублей. А там не 3 минуты? Она каталась больше вообще на одном. Там один 5 минут, другой 3 минуты. Илья тогда катался в машине, она была на другом, на лошадке. Там 5 минут. По-моему, мне кажется, везде там по 3 минуты. Ну, Вероника больше каталась. Нет, ну я поняла тебя. Оставили мы Веронику у бабушки. Покушали. С Володей. Покушали, да, пообедали. В школу, да, ходим. Идем с Сережей в органы опеки. Что надо. А? Школа, да, школа, где Владик учился. Учился. Где я училась в школе. Кстати, вот построены. А, не знаю, показывала, не показывала. Уже готовый садик, что строился, когда мы Владик у нас открыл первый класс. О боже, столько вообще кабинетов надо войти для. Хочу, мы пока мы не говорила еще, но мы хочу выписываем детей из квартиры. Квартир. Будущем, из квартир, да. Будем готовить их на продажу. Поэтому решили сразу все поделать, выписать детей из квартиры. И надо столько пройти. Были вот в паспортном столе. Сейчас нас позвали в опеку, потому что там надо сдавать документы в опеку, так как дети несовершеннолетние. Ладно, все. Короче, вообще кошмар. Пришли, что нам сейчас здесь скажут. Надо там тоже кипа документов отдать. Да, да, не, а я нет, там, с той стороны заходить. Да, да, с той стороны заходить. А, кстати, дом новый построенный, да, который строился, который, но еще не достроен до конца. С газом была проблема с водой. Построили дом? Нет, ни газа, ни воды. Здорово. Да, что-то было связано, не знаю. Здорово. Так, ладно, все. Подошли мы уже к органам опеки. Вероника! Куда мы едем? Куда мы едем? Домой, домой. Да, домой уже едем, маршрутки. Папа нас с Владиком, ой, с Владиком, господи, с бабушкой, да? Да. Провожали. И я буду. И ты будешь? Да. Да, провожала нас папа и бабушка. И на маршрутку. И папа. Папа же на работу пойдет. И мама. Мама с тобой едет домой. И я. И ты. И мама. И мама. Не упала. Сядь хорошо, потом не упадешь. Илюшка! Да, мы уже приехали. Ой, сейчас находимся у Маши. Что там у тебя такое? Ботинок? Ну, покажи нам. Подальше отойди. Вот такой ботинок Вероника у нас одела. Ой. Еще один. Да, скажи, приехали, устали. О, второй. Одеваю второй. Викусь, как дела, зайка моя? Как дела, котик? А давай с мамой попробуй сделать. Давай, сейчас я сюда сделаю. Давай сюда мне его. Подожди, а ты же выключил уже все? Нет. Ну, здесь подсоединили все. Вставай розетку. Все. Зайка, заскучился? Вот так. Одела, зайчика? Пришли домой минут 30 назад. Что это такое? Ты построила? Да. А что ты построила? Дом. Дом построила? Да. Молодец какая. Это же дом. Это ты дом построила? Да. Хорошо. И Маша. И Маша построила дом? Да. Да, молодец ты моя умница. И Вика. И Вика? Да. Понятно все. А что ты у нас такое, Илюша? Ну какой тебе? Это светофор у тебя, видишь, стоит. Трехцветный, красный, желтый и зеленый. А мы не да. Это
Вот. Зеленый. Вот какой это я? Желтый. А это красный. А это красный, правильно. А мне оттуда. Или тише. Позвонил телефон, пришлось прерваться, потому что жду звонка от Надика. Сейчас звонил его тренер. Не могу до него дозвониться. Звоню. Они, кажется, на дискотеке. Поэтому сейчас Владик должен мне опять перезвонить. Уже звонила тренеру и говорю, типа, где Владик делся? Ой, больно? Ну, что ты делаешь, Илюша? Сейчас спать ложиться будут. Да, сейчас буду уже спать ложиться. Убери ножки от нее аккуратно. Да, они уже покушали, сейчас будут спать ложиться. Из котейки будут спать. Вообще с ней язык не ворочается, никаких сил просто нету. Ты сосиску ела? Да. Да, сосиску тетя Маша ела. Вы покушали конфет. Уже. И конфетку кушала. Ты все у нас кушала, да. Молодец, сыночка моя. И Вика кушала, и Ильюша кушал. Все кушали, да, детки мои, конфетки? И тетя Маша. Так. А я наела кашу. Ясно. Так, так у нас прошел сегодня наш день. Вообще, говорю... Честно, у меня нет сегодня никаких сил. Я не думала, что столько заморочек при выписке детей из квартиры. Обязательно справки с органов опеки надо брать. Я как-то никогда с этим не сталкивалась, поэтому, честно, я даже этого даже не знала. Сейчас столкнулась, теперь уже буду знать на будущее, что выписать ребенка из квартиры не так уж просто, даже согласие матери самой. Так, ну что, так у нас сегодня влог, немножечко Людиного, немножечко Брянска. Сейчас время около 9 часов, наверное, без 10 или без 15:09. Будем раздеваться, мыться и ложиться спать. Я уже нагрела воду деткам, себе. И сейчас в первую очередь деток помою, а потом уже сама ванну. Нахуй мечтаю просто о ванне. Так, детки, ну что, давайте прощаться. Так, Илюша, хорошо, Илюш, так, тихо, хорошо говорите. Погромче. Ну, Илья, так некрасиво, говори хорошо. Илья, ну говори нормально, а чё? Всем пока, Владик и мама. И не оставляйте забывать. Комментарии. Молодцы, да. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока.